глаза таращишь, демон. Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Кровоизлияние верхнюю долю легкого пневмотора. Мое имя Кэра. Добро пожаловать в Detroit Become Human. И сейчас важно не... Важно не столько оставаться роботы живым, станут... да, блять. Сколько иметь цель в жизни. Спасибо. Ауф, брат. Это сказал Жан Жону, французский писатель. Спасибо большое. Прекрасно. Добро пожаловать в Detroit Become Human. И сейчас не роботы станут людьми, а мы станем роботом. Выбрал я довольно легкий уровень сложности, потому что не хочется просрать какие-то моменты. Вот, потому что на сложном когда-то давно я его проходил. О, здорово. Выебывается с монетой. Я вообще-то тоже так могу. Не, бля, не, так не могу. Бля, так тем более не могу. Вот это татуха. Либерти. Ну что, погнали. Так. Пацан приехал. Переговорщик прибыл. Все, супер. Мы переговорщик. Все, погнали, идем дальше. Так, что тут у нас есть? Вижу какие-то осколки. Так, что? Ну-ка, анализируем обстановку. Так, шмотки нам к чертовой матери не нужны. Зато пули прям сюда. Выстрелы прям здесь. Так, хорошо. Ага, первая улика, семья. Давай. Нет, стойте. Да нормально все с ним будет, миссы. Она про малую говорит. Так, кто здесь? Джон Филлипс, дата рождения 11 октября 99 года. Ого, какой молодой. Адрес проживания, парк Авеню. Так, окей, Каролайна Филлипс. 23.05.2001. Она чуть помоложе, неплохо. Эмма Филлипс. 2 сентября 2028. Ну, вообще малая. Так, а сейчас-то какой год, интересно? Я что-то пропустил момент. Все, кладем обратно. Так, все, понятно, здесь живет семейка. Опа. Давай на колени. Припадем к рыбке на коленки. Так, происхождение дельта. Ага. Выбери вариант, выполнив. Оставить, спасти. Да, спасать надо, точно рыбка-то. Она ни в чем не виновата же. Давай, рыбонька. Плыви, Немо, плыви. Вот это взгляд. Так, хорошо. В смысле программный сбой? Давай посмотрим. Рыбоньки плавают, на рыбок посмотрим. Так, а программный сбой из-за чего? Из-за того, что... Опа, бля. Здесь прям от пулевых отверстий. Через них все вылилось. Так, ну что, погнали дальше. Так. Умоляю вас, спасите мою девочку. Ладно, ты не реви. Стойте. Вы посылаете андроида? А что такое? Чуть не нравится. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Да какая нахер разница? Ну, ладно, хорошо. Так. Ого, а что там такое? Ага. Так, уже интересное что-то присутствует. Так, у нас есть... Так, полицейский, окей, полицейский, здесь все уже пробито прям насквозь пулями. Слушай, он так палил без разбора вообще. Это сколько у нас там? Раз, два, три. И там еще, по-моему, 4 патрона было патрона. Это у нас уже там что-то около 7, да? 8, 9, 10. 10 выстрелов, уже 10 выстрелов. Ага. Так, хорошо. Здесь у нас, похоже, кто-то есть. Ага, ну пойдем, подойдем к нему. Тут явно что-то происходит, и надо с ним поболтать. Давай, погнали. О, постель даже не заправили, а? Они все долбанулись. Да ладно, ничего, никто не долбанулся. Капитан Али. Здорово, мое отец. Имя Кон. Андроид прислали из Киберлайф. Ну, блядь. Он палит по всему, что движется. Да мы уже это заметили. Уже подстрелил двух моих людей. Обалдеть. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Девчонку надо спасти. Так, имя Девианта, поведение Девианта. Эмоциональный шок. У этой машины ранее уже случались сбои? Ага, ну-ка. Да без понятия.
Это важно? Ну, блядь, конечно важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Ага. Так, три. Код деактивации вы применяли? Ну, а то первым делом. Ну, естественно. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Да, блядь, сейчас разберемся, не ссы, что ты... Блядь, ну что... Ну, ах ты ж, блядь, а почему? Разобраться в произошедшем. Ага, вот смотри-ка, здесь уже что-то есть, да? А что тут у нас есть? А, чемодан от пистолета, да? Окей. Так, ну... Так, здесь лежал пистолет. Ну, очевидно. Емкость магазина 17 патронов калибра 355. Суммарная длина. Ну, хуй с ним, неважно. Так, ага. А это что у нас? Обработка данных. Патрон калибра 355. Скорость 365 метров в секунду. Энергия 659 джоулей. Так, хорошо, понятно. Вот патрошки. Реконструировать, давай реконструировать. Так, ага, мотаем. А, у нас, соответственно, назад, да, вперед. Ага, вот. Not bad, неплохо. Так, Девиант взял пистолет отца семьи. То есть он заранее продумал, да, и взял пистолет. Уже интересно. То есть он сделал не просто так. Угу. Окей, ладно, давай. Тап, мы в целом здесь, как я вижу, все улики нашли. Погнали дальше. Так, вижу вот там вдалеке улику. Ага. Здесь, вот там вот еще какая-то улика. А мы можем быстрее идти, ну? Блять, ну побыстрее было бы неплохо. Так, это что у нас здесь? Ой, комната девчонки. Да? Да? Комната заложницы. Окей, хорошо. Здесь что у нас есть? Вижу первое, наушники. Вижу планшетик. Погнали наушники слушать. Сейчас музычки бахнем. Так нельзя! Не-не-не-не-не, вот точно нет, да? У нас здесь не будет авторских прав. Нет, блин. Не дай бог авторские права будут, да, блин? Так, хорошо, мы музыку послушали, осматриваем, смотрим планшетик. Что там на планшете? Рассказывай, воспроизвести. Ага. Это Даниэль, самый Даниэль. Крутой андроид на планете. Ну, поздоровайся. Привет. Все, запомнили, Даниэль. Мы всегда будем вместе. Потому что нам, походу, придется ему втираться в доверие. Если мы будем знать заранее его имя, то нам это поможет, я думаю. Так, что здесь еще есть? У нас здесь что-то еще должно быть. Даниэль, хорошо. А, подожди. Мы осмотрели комнату заложницы. Это да. Бля, каждая секунда вероятность успеха. Хорошо, ну... Она каждой секундой, походу, падает, да? Это вероятность успеха. Так, хорошо, давай-ка вот сюда, вот посмотрим сюда, осмотреть. Ага. Что такое-то? А что? Что? Что не так-то? Кто? Мужик. А, ты все закрыл, что ли? Просто закрыл? Окей, хорошо. Здесь мы побывали, мы осмотрели комнату заложницы, обнаружить заложницу далее, да? Окей. Хорошо. Ага. Так, здесь мы были. Так, о, ничего себе. Ну вот и мы нашли, кажется, батю, да? Осматриваем. Опа, нашли. Так, а вот кровоизлияние в верхнюю долю легкого пневмоторакс. Окей, уже первое есть. А это что? А, мы это видели. Так, ну-ка. Погибший Джон Филлипс, 182 сантиметра, вес 85 килограмм. Предполагаемое время смерти 19:29. Окей, мы опознали жертву, хорошо. Ага, обработка данных. Пулевое ранение, перфорация левой почки, фатальная травма брюшной полости. Ну, в общем-то, от этого он и скончался, да, захлебнувшись кровью. Смотрите, вот ниточка-то тянется. Давайте. Так, пулевое ранение, кровоизлияние в нижнюю долю легкого внутреннего кровотечения. Ну, я тебе говорю, захлебнулся, пацан. Пацан захлебнулся в кровушке своей. Жалко, конечно. Был пацан и нет пацана. Ага. Так, батя сидел, смотрел телек, я так понимаю, да?
Ага, он даже планшетик смотрел. Так, перемотайте запись, чтобы найти новую зацепку. Ну давай, давай перемотаем. Так, а чё... Оу, нихера себе! То есть вот здесь-то он его и выстрелил. Просто продырявил насквозь. Так, погоди, ага. Так, что там у нас? Планшет. Вот, уже хорошо. Планшетик. Все, да, получается, две улики из двух. Короче, кажется, он его грохнул, да? Давай-ка мы... Так, где? 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 Вот он, планшет. Давай назад. Давай назад. Давай, берем. Видели, а, луну, походу? Прям спиной пошел. Открываем, открываем. Ваш заказ на андроида AP700 зарегистрирован. Гиберлайн благодарит вас за покупку. Понятно. Короче, они купили робота. Купили робота. Вырубил диалог, действие... Да, блядь! Сука, блядь, мы... Ах, ты ж... Блядь, да давай, подбирай уже быстрее. Бля, бедняга. Надо побыстрее, надо побыстрее. Так, изучаем. Сотрудник полиции первым прибыл на место происшествия. Так, кто же ты у нас? Погибший Энтони Декарт. 177-277-2003. Слушай, так это вообще очень быстро они приехали, молодцы. Так, Стив на свинца. Сульфит тюрьмы. Только один выстрел, пороховой след. Слушай, так получается, он один раз выстрелил, да? А потом его грохнул. Потом его грохнул Девиант. Угу. Перфорация правого желудочка, внутреннее кровотечение, опять же, пулевое ранение. Ну, прям сердце. Жестко. Жестко. Так, ну что здесь у нас есть? Давайте мотать. Ага, вот здесь у нас есть какая-то херня. Так, ага, вот он. Заложница стала свидетелем перестрелки. Бля, он при ней прям грохнул копа. Понятно. Пистолет, пистолет. Полицейский выстрелил в Девианта. Ага. У него выстрелил. Окей. Раз. Попал. Вон и синяя жидкость попалась, да? А потом Девиант его... Ну, Девиант его грохнул, да? Так, а что там у нас? О, пистолетик! Нормально, неплохо. Все, нашли. 3 из 3. Супер. Пистолет, кажется, надо поднимать, да? Давайте осмотрим пистолет. Надо его взять, мне кажется. Да давай, смотри сюда. А? Забираем. Так, 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 так. Давай, тянись. Тянись, пацан, давай. Положить обратно, взять. Да берем. Блять, да мало ли пригодится. Молодец, мальчик мой. Молодца, блядь. Молодца. Ой, здесь еще что-то есть, да? Осматриваем. Так, Century. Больше андроидов. Окей, это получается журнал Век. Так называемый. Алиби происшествия? Ага. Но вероятно, что преступник семейный андроид. Ага. По неподтвержденным данным, погиб один член семьи, ага, и офицер полиции. Ну да. А сегодня это может быть первый случай совершения андроидом умышленного убийства. Круто. По всем признакам, силы полиции готовятся... Летают прямо над местом преступления. Да все, давай заканчивай, все. Ну, нам долго нельзя, как бы, ошиваться здесь. Так, сюда. Ага. Покушать собирались. Так, 78. Ну, в принципе, неплохой процент успеха, правильно же? В принципе, неплохой. Так, что здесь у нас есть? Нам нужно посмотреть на кровь, да, я так понимаю, на... А-на-на-на-на-на-на. На кровь, там что-то типа шторки, да? Так, изучаем. Да куда ты, урод, это суешь? Да не суй, ты, урод, блядь, дурак. Модель PL-600. Хорошо, модель Девианта мы знаем. А мы RK-800. Интересно, постарше, да, модель? Хорошо. Так, давай вот это. Так чего мы ждем? Пристрелить его? Давай, рано еще. Детский размер обуви. Заложница может быть ранена. Ну, вполне возможно, кстати, да. Так, хорошо, у нас что здесь есть? Да в целом-то мы здесь все обыскали, да? Давайте подглянем. Вот он, ублюдок. Вот ты где? Отпусти бы девчонку-то, а? Нахер она тебе сдалась-то? Вы ж вроде дружили прям так нормально. Ну что, в целом-то нам только идти, да? Что на балкон? Погнали, идем на балкон. Ну, с бошком! С
Бабушка, мужик, давай. Ну ты и ебаник. Не подходи, не то я прыгну. Псих, блядь. Нет, не надо, я тебя умоляю. Умолял бы раньше. Давай, давай, давай. Бля, обалдеть. Давай. Даниэль! Ага. Откуда? Мое имя Конор. Ага. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Да я сихуй. Я пришел тебя там выручить. Там слева мужик бегает. Блядь, дебилы, куда вы там летаете, а? Блядь. Так, завоевать доверие. Медленно подойти. Все верно. Так, отпусти заложницу, проявить эмпатию. 4, да, и эмпатию. Я тоже андроид, как и ты. И я тебя понимаю. А мне-то какая разница, что ты андроид? Нам ты надо... Ты на их стороне! Ты не можешь понять, ага, что я чувствую! Мужик, блядь, держи, 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 держись. Да держись ты, блядь! Он теряет кровь. Да. Если не доставим его в больницу, он умрет. Да давай. Все люди однажды умирают. Ну, блядь, да. Умрет сейчас, какая разница? Да большая. Я наложу ему турникет. Угу. Не трогать. Да тронешь, давай. И я тебя, да, убью. Ссы. Меня нельзя убить. Я не живой. А, да, все верно. Давай. Да ну нет, ну не с... Блядь, чувак, ну... Ты вооружен? А, сказать... Да давай скажем правду, да, чё нет. У меня пистолет. Нам надо в доверие ему втираться. Не смотри мне, без резких движений. Ага. Да я вообще, блядь. Вот. Не собираюсь, что делать. Все нормально, блядь, чувак. Я его бросил. Все хорошо. Так, Эмма и ты. Эмма и ты, давай Эмма и... Вы с Эммой были очень близки, я знаю. И, да, ты Эмма. Думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. Ага. А говорила, что любит. А сама врала. Да, ну неправда. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет. Графони, конечно, то. Ага. Тебя хотели заменить на другую модель. Не переживай. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Ну, бля, чувак, что ну, я им важен. А был игрушка, хорошо, которую можно выбросить, когда доест. Признавай честно, мамка с тобой играла тоже, да? А? Не только с дочерью играл. Да давай, три. Слушай. Да, сочувствие. Ты ведь не виноват. Ты не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет. Да. Я не виноват. Нет, ты не виноват. Я этого не хотел. Не хотел. Я любил. Да. Понимаешь? Угу. Но для них я был никем. Так нет, лишь дурак, ну-ка, пистолет убери. Свои функции. Пистолет убери. Псих. Как же меня бесит этот звук. Блять, надо отзывать, прикажи, надо отзывать. Прикажи, чтобы вертолет убрался. Отзываем, пацаны. Да, согласиться. Давай, уйдем. Да, все отлично, я тут топ. Ага. О, я выполнил твое желание. Все, супер. Блев, рационально, рационально довериться. Давай доверие, доверие, ты доверие. Ты должен мне довериться. Давай, чувак, давай. Отпусти доверие. Ребенка, и я обещаю, ну, тебе, доверие, что все будет хорошо. Я хочу, давай, чтобы, давай, все, мальчик, ушли. Давай. И автомобиль. Отъеду от города, давай, давай, отпущу ее. Давай, давай. Блять, не то! Я тройку хотел! Я тройку хотел! Блять! Нет! Блять! Да ну нахуй! Конор, ёбаный рот, блядь. Ай, ёб твою маму, а. Компромисс я хотел, знаешь. Ну, блядь, компромисс. Компромисс. Ладно, пец. Как есть, так есть уж, чё поделать-то. Хотелось бы, чтобы Конор остался жив. О, спасибо, сыграть первую главу. Конор спас Эмму. Ну, спасибо большое.
Так, окей, принять, принять. Коннор погиб, защищаю Эмму. Блять, ну это бред, блять. Ну, это просто не то. Это мисклик. Мужики, это просто мисклик. Ну, вариаций здесь, конечно, блять, огромное количество. Нам еще предстоит играть и играть. Так, а можно было оставить пистолет, да? Ну, вообще, я считаю, что оставить пистолет — одна из самых прикольных, скажем так, прикольных решений, потому что мы завоевали доверие, когда его отдали. Ну ладно, погнали дальше, спасибо. Так, хорошо. 5 ноября 2038 года. CyberLife, модель AX400. Ага, ребутнули, все. Какая-то бабеха на фоне. Здорово. Привет. А, это девчонка. Самая лучшая в разделе домохозяйства. Mm-hmm. Это кто? 10 000 блюдов. Ну, Зоя, пойдем. Неплохо. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здравствуйте. Вау. Очень затирает. А это она что? Это просто класс. Именно то, что нам нужно. Меня бери. Да меня бери. Сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. Могу показать. Ой, блядь. Какой-то мутный чел. О, это делает ребята. Любую работу по дому. О, следит за садом, водопроводом, чинит, красит. Нормально. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если ничего возникло себе задымление или кто-то проник в дом. Да. А может он сыграть садовника для мамки? Чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо больше. Ну, естественно. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функция побольше. Бесит этот хлыщ. Ага. Вот она. Эй! Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Чё за скуп? Что, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. Да-да-да. Ясно. Ну, короче, теперь как новенькая. Но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. Ага. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Кэра. Мое имя Кэра. Ну, Кэра, да Кэра. И заставочка пошла от Quantic Dream. Блин, у Квантиков, конечно, бомбические заставки. Кстати, если кто-то хочет посмотреть самую их первую игру, которая просто совершила революцию, соответственно, в игростроении, это, если кто-то помнит, Фаренгейт. Фаренгейт топ. Я недавно даже пересматривал его. Вот. Так что, если захотите поиграть в Фаренгейт, давайте, пишите комментарии, типа, go Фаренгейт. И, блин, точно, да, давайте хотя бы, знаете сколько? А давайте 10 лайков, вот чисто вот 10 пусть будет. Ни вам, ни мне. Пусть 10 лайков, и мы в Фаренгейт еще поиграем. А может даже побольше лайков. Нет, давайте не 10. 10? 10 как-то мало. Давайте, соточку. Вот давайте соточку, соточка нормально. Дожди, как обычно. Кстати, можно еще потом в Heavy Rain, кстати, поиграть. Heavy Rain тоже прикольно было. Ну не грусти ты. Я потерял работу из-за робота, да? А что так все плохо-то? Что это за гетто? Там Москва-Сити на фоне. Понятно. А мы за МКАД поехали. 5 ноября 2038 года. О, дерево. Бликует все. 9:38 утра. Голуби тоже андроиды? Не, походу нет. А, это же та девочка, которая была с Кэрой. Которая смотрела, да? И вот они купили вот эту деваху. Желаете вернуться домой? Да. О, ну-ка, что здесь есть? Ну-ка, давай осмотримся. Так, мы оттуда пришли. А, туда нельзя, вон там красненько моргает. Так, что-то здесь есть. Это цели. Все, погнали. Да, пожалуй, сегодня хватит. Ну-ка. Давай почитаем. Так, тайны андроидов. Как Киберлайф учит своих андроидов существовать с людьми. Так, страница первая. Давай перелистнем. Угу. Так, тайны андроидов. Как Киберлайф... Ага, разработка андроидов, которые не вызвали бы у людей отторжения, стал для компании Киберлайф большим испытанием. Так, хорошо, окей, понятно.
Они создали андроидов обоих полов и всех существующих этнических групп, а также проанализировали тысячи голосов, чтобы подобрать наиболее приятные тембры. Окей. Следующая темка. Так, климатические переселения, как окружающая среда, меняет американское общество. Дамбу в Майами надстроят еще на 10 метров. Они, кажется, осушением, да, занимаются? Так, как показал недавний перепись населения США, по мере того, как поднимается уровень моря и климатические изменения делают погодные условия все суровее, некогда процветающие прибрежные города пустеют. Окей, ну ладненько, пустеет так пустеет. Все, погнали дальше. Там-то прочитали, так чуть понятно. Не то чтобы какие-то супер интересные новости там были написаны, но в целом неплохо. Вот тут андроиды, смотри, грабельками все прибирают, там какашечки убирают собачьи. Вон скуф сидят. Ой, ничего себе. Робот-тренер. Эй. Эй. Ага. Понятно, робот принеси, подай. А, подожди, так они одинаковые. До цели осталось еще 5. Угу. Неплохо. Ты че это там так ее лапаешь? Ты че это? Какой грубый мужчина. Так, забаньте андроидов. Андроиды рушат нашу страну. Мы хотим работу. Нам нужна работа. Понятно. Так, там, кажется, закрыто, да? Девчонка, а ты нам что-то можешь сказать? Нет? Не можешь. Ну вот. Ой-ой-ой, надо быстрее. Быстрее, быстрее, переходим, 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 а то, блядь, не успеем. Давай, 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 да, блядь, быстрее, давай. Давай, давай, давай. Все, успели. Хорошо. Так, что здесь у нас есть? Хот-доги вижу. Прикольно. Интересно. Так, Red, Strickler, кафе. Ага. Менты что-то дежурят. А что ты здесь дежуришь? Ой, там что-то странное, что-то моргает. Ух ты ж, куча рекламы. Ага. Здорово. Эх, ой. О, мужик играет. Да-да-да-да. Чтобы нас нахер не забанили на Ютьюбе. Да $1, чертовый, блядь. Нельзя, чтоб ничего не услышано было, блядь. И чтобы ачивки были у нас, чтобы посмотреть, блядь, если есть такие ачивки, конечно. Да-да-да-да-да. Все, ладно, погнали. Так, что здесь еще у нас есть? Дурак, а ты что посреди лужи-то стоишь? Андроиды — это зло! Ну и что? Человек подражает Господу, да, да, создавая, конечно, жизнь! Ага. Но что это за создание? Твари из пластика создание и металл! И что? Они же лишены и души! Ага. Бледные копии Всевышнего! Конечно. Вы в курсе, что... глаза таращишь, демон? Человек тоже себе металл Я содержит. Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, конечно. Да, это ты сосуд самого дьявола. Это ты сосуд? Ты тот самый, кто разрушит. Я ничего не сосуд. Никому не сосуд. Я обычный домашний робот, блядь, отвали. Машины. Пошел в жопу. Следят за нами. Да, хорошо, машины следят за нами. Да, пошел нахуй. Так, ну-ка. Что здесь интересного такого? В целом, не думаю, что-то мега интересно еще нам предстоит увидеть. Идем сейчас за красочками. Как написано, да? В магазине заказ. Номер 847. В магазине краски Беллини. Добраться до магазина краски Беллини. Беллини. Ну, ладно, идем, идем. А вот и он. Краски Беллини. Ага, открываемся. Здорово, мужик. Так, сюда подойти, здесь ничего посмотреть нельзя. Ну ладно, что, погнали. Соединяемся. Ага. Идентификация успешна. Золото. Ага. Заказ номер 847. С вас $63. А что так медленно? Подтвердите платеж. Подтвердить платеж. Платеж подтвержден. Спасибо. Транзакция выполнена. Транзакция выполнена. Забираем.
Погнали с красочками. С красочками погнали. Так, ну здесь точно уже ничего не взять, да? Ну да, все, погнали дальше. Так, открываем дверцу. Поехали. Поехали, поехали. Так, билини. Так, используй следующую клавишу для переключения ракурса камеры. Ах ты ж. Интересно, а туда можно? А, нельзя, да? Опять нельзя. А чего вы так обламываете-то, мужики? Ну, ну да, нельзя. Ну ладно, что. Поехали сюда. Есть, да не про твою честь. О. Цель. Ракен. Что там? Вторжение. После человечества 3021. Анамаврик. And the Lost Kings. И Затерянные Короли. Понятно. А фишки-то интересные, кстати. Так, куда идти-то? Куда идти? Ага, нам туда идти. Ну, погнали. А можно побыстрее? Мужик, ну давай. Ну, побыстрее, пожалуйста. Красиво здесь, конечно, вообще пипец. Так, мы что можем сделать? Мы что можем сделать? А что это за додики-то? Ну и что? А что ты делать собрался? Ой, блядь, ой, блядь. Далеко собрался, жестянка. Ты что это, бомжара, блядь? Что ты ко мне? Да ладно. Пристал. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Наркоман? Да наркоман! 100% наркоман! Посмотри на этого говнюка! Работу увел, а пальцем тронь посыпался! Ладно, мы сейчас встанем, я тебе вскочу, блин! Ах ты ж! Ну ты и мразь! Лежачих бьешь, получается! Красками мочи его! Красками мочи! Красками мочи, давай, блядь! А, да надо зажимать, все! Да, конечно. Не уйдешь. Мы тебя сейчас порвем, как грелку. Да, так упадет. Давай. Ага. Все. Спасибо. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Робокоп меня тоже, он защитил, видел? Повредите, будете платить штраф. По фактам. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Запоет как чел вон. Все, пошли. У фонтана. Чел у фонтана поди, да хера и бабок получает, между прочим, с донатов. Нашу работу. Так, что там у нас написано? Вернитесь, вернуться домой. Вернуться домой. Так, а это что такое? О, а это что? Это типа, это салон, салон андроидов? Интересно. Ну-ка. Здорово. Ага, ладно, все, понятно. Домработница, робот-домработница. Блядь. Нельзя. Так, ну давайте. Дождаться автобуса. Угу. Ну слушай, остановочка как раз, чтобы роботы не мерзли, видимо, да? Угу. Бля, автобус. Я правильно понимаю, что на них есть сегрегация, да? Андроидов и людей. Андроиды чисто сзади, как багажники гоняют. Звучит стрёмно. Стрёмно. Вообще как-то очень сильный контраст, между прочим, центра и окраины. Типа, прям невероятно сильный. Там еще все в деревянных домах, блин, живут. А здесь прям монорель. А это что, все? Маркус сел в автобус. Ну-ка, а что здесь у нас есть-то? Так, посмотреть на торговца с хот-догами. Блядь, а, а я что-то не открыл, что ли? А что там такое? Не понял. А причина мнения без различия. Окей, ну хорошо. Да в целом-то мы все открыли, кроме вот этой вот ситуации какой-то, блядь, непонятной. Ладно, погнали дальше.
А хотя, давайте что, знаете что? Здесь у нас что? Ага, здесь у нас Кэра приезжает домой, да? Время 16:53. Ну, слушайте, давайте, наверное, сейчас мы приедем домой. И закончим, наверное, эту серию. Блин, обидно то, что все-таки у нас Коннор погиб. Вот, потому что я все-таки хотел другое нажать. Надо было договориться, компромисс какой-то найти, и было бы нормально. И мы бы прошли эту... Давай, открывать. Домой приехала Кэра. Хорошо, в Криворедном пахнет сеном и говном. Ну, блядь, а я не хочу к Тодду подходить. Он какой-то стрёмный, блядь. Ладно, спасибо, что смотрели. И до следующей серии. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всё, всем пока-пока.